Одно из самых романтичных и трогательных полотен Кипренского появилось под впечатлением от одноименного произведения Николая Михайловича Карамзина и трагической судьбы его главной героини. В период, когда художник работал над картиной, устав Императорской академии художеств ввели поправку, согласно которой в учебное заведение запрещалось принимать детей крепостных. Художника возмутила эта несправедливость, тем более, что его мать была жертвой крепостнических законов. Детские переживания вернулись с новой силой, и бедная Лиза стала своего рода ответом на реформу. По сюжету Карамзина Лиза покончила с собой. На портрете Кипренского она глядит в никуда с тоской и печалью. Этот взгляд по замыслу художника адресован возлюбленному девушке, который предпочел ей богатую пожилую вдову. Цветок, который держит Лиза в изящной руке, это бархатец, символ преданности и верности. Кипренский хотел привлечь внимание общественности к существовавшему сословному неравенству, однако публика, с восторгом принявшая картину, не видела в ней ничего, кроме прекрасной сентиментальной девушки в розовой шали.